Итак, в России заявили о неоправдавшихся страшных сценариях эпидемии коронавируса. Ни один из предсказанных Россией страшных сценариев развития эпидемии коронавируса не оправдался. Об этом в воскресенье 24 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так, что я хочу сказать насчет второй волны коронавируса. Потому что этот не оправдался прогноз, теперь, значит, начали кричать о второй волне коронавируса. Причем даже сам Путин, в общем-то, говорит, что может быть вторая волна коронавируса. Так вот, вот этот вот прогноз, который не оправдался ни у кого, но зато оправдался мой прогноз, который я давала, что в мае месяце все пойдет на спад. То есть я, правда, говорила с 1 мая, но так как были праздники, ну, в общем-то, в праздники, как говорится, не считается по той причине, что там сильно накручивали это самое, сильно накручивали статистику. Так, теперь я хочу сказать про осеннюю волну коронавируса. Ее не будет. Вернее, заболевшие будут, но Россия будет во всеоружии. Также будет создано лекарство, и не одно, и сильно действующее лекарство. Вот на сегодняшний день в России уже одно создали мощное лекарство. Значит, и будет вакцина. Поэтому эта болезнь, этот коронавирус, он вообще-то пришел к нам, как говорится, навеки поселиться. Как грипп, как воспаление легких. Поэтому к нему надо привыкать. Но главное, против него будет лекарство, и против него будет вакцина.